Дорогие наши слушатели, вот уже и год и заканчивается. Возможно, у кого-то из вас этот год был очень удачливым, а возможно, у кого-то нет. Человеку свойственно жить своим прошлым, носить с собой свое прошлое. Иногда люди говорят: «Ты знаешь, кем я был?» и живет только своим воспоминанием, но не может изменить настоящее. А кто-то носит с собой свои прошлые обиды, живет в них. А кто-то носит с собой, живет в своем прошлом долгу, проблемами, переживаниями. И это не дает человеку реализовать себя, тащить человека вниз. Поэтому прошлое, где наше прошлое? Это наши предки. Наши предки все в могиле. Кто живет в своем прошлом, он свое настоящее превращает в могилу. В могиле очень тесно, очень холодно, одиноко, темно. Отпустите свое прошлое. Не имеет значения, какая она была. Раз этот год заканчивается, отпустите, пусть с собой унесет все то, что было в этом году. И до этого. Освободите сердце, освободите сознание. Выходите в Новый год полной душой и полной надежды. Без всяких сожалений. Вот что делайте. Первое. Распишите все свои отрицательные привычки и черты характера. Пишите их. И ставьте перед собой цель, чтобы до конца следующего года вы избавиться от них. А выходите на Новый год с полным освобожденным сознанием. Второе. Пишите все недоделанные дела, которые накопились. Все хвосты, которые во всей параметре жизни накопились. Которые постоянно заставляют вас думать о них. Незавершенные циклы. Пишите всех их. Принесите все от голову, принесите на бумаге все. А потом посмотрите, что из них вы можете делегировать и так далее. Составьте стратегическую цель, стратегические планы на следующий год. А мы, Международный центр развития человека само, к вашим услугам, будем стараться помочь вам реализовать все эти планы. Успехов вам! С Новым годом! Новый год – новое мышление, новые выборы, новый вывод, новые шаги, новый план. С Новым годом еще раз. До встречи на вершине. Успехов вам!